Надоело, что металлические лады на гитаре постоянно царапают руку? Хватит это терпеть! Ща батя тебе за минуту покажет, как правильно обтащить лады на гитаре, чтобы от нее хоть что-то осталось. И на этом было приятно играть. Для наглядности буду показывать на макете. Это накладка грифа, а это лад. Когда лад устанавливает накладку, выпирающую часть лада отрезают. И образуется острая кромка вот тут и вот тут, которые режут нам руку. Чтобы ее притупить, нам понадобится надфили. Но подойдет даже мамкина пилка для ногтей. Работаем напильниками аккуратно, стараемся не повредить дерево. Для начала сравняем торец лада и торец накладки грифа. А потом затупим острые углы по бокам и острую кромку по дуге. Ну вот и все. Можно елозить по грифу до посинения, и твоей руке ничего не будет.